Прикубанский отдел МФЦ самый крупный в городе. Ежедневно сюда за различными справками и оформлением документов приходят почти 1500 человек. Сколько человек примерно в среднем ждет получения справки? Подойдите, пожалуйста. Сколько минут, сколько часов может быть? 15 минут. Да? Но это гораздо быстрее, чем если он пришел бы в мэрию, да, или там, или... Нет, конечно, приходит к нам один раз и второй раз за получением документов. Чем он куда-то пойдет, будет ждать руководство. Позже Александр Ткачев провел селекторное совещание с руководителями федеральных и краевых ведомств. На видеосвязи были и главы районов. Несмотря на то, что сегодня многофункциональные центры работают в каждом муниципалитете, люди все равно не получают услуги в полном объеме. Из положенных 121 доступны всего половина. А в некоторых МФЦ в очередях можно прождать часами. Например, в Геленджике и Ленинградском районе простоять в многофункциональном центре можно около 6 часов вместо положенных 15 минут. Мы, наверное, уже давно стали большими начальниками, и пропустить каждого из нас так вот по кабинетам, по очередям в этой толчье, сталкиваясь с этим хамством в больницах, в очередях, в всевозможных разрешительных инстанциях разного уровня. И я думаю, что отношение бы сразу изменилось. Нельзя забывать о том, что для людей это часть их жизни. Хождение не по мукам, не по кабинетам ради бумажки, а для того, чтобы решить свои вопросы. Развитие многофункциональных центров – это развитие всего края, заявил губернатор. Тем более для этого есть вся инфраструктура.